Журналисты и общественники заявили, что стоимость установки качелей завышена не меньше, чем на 40%. Речь идет о светящихся качелях, установленных на Греческой площади. На что общественный бюджет потратил такую сумму, понять невозможно, так как окончательная смета не была обнародована. Чтобы не проводить тендер, сумму разбили на три части. Отдельно для качелей, установленных в Аркадии, в парке Шевченко и на Греческой. По 1 миллиону 460 тысяч гривен на каждую. А дотендерные суммы, как правило, вот здесь и та манипуляция, и те механизмы откатов, которые существуют на сегодняшний день, и во многих проектах они действительно есть, и превышают, и в связи с этим проекты очень, будем говорить, по сумме очень высоки. Непонятным остается, кто определял территорию для расположения качелей. Очевидно, что проект изначально не предусматривал место для их установки. Даже на Греческой площади, где они вообще не должны быть по общественному пространству, по проектированию, да, общественного пространства, они просто не вписываются, лучше бы на Воробьева отправили эти качели и сделали их светящие, хоть они бы светились вот во мраке, светились бы эти качели, и хотя бы людям не было так страшно.